Это что такое? Что со мной? Как так получилось? Да мы сами не в курсе. Ну что ж, шестая, поздравляю тебя. Теперь ты мама длинные ноги. Кто? А я хочу вернуться, я хочу обратно стать собой. Ну то есть шестой. Это, наверное, действие того метеорита, который пролетел. Мы что, с ума сходим? Где вы себя в команду взяли, лошара? Да что я вам всем сделала? Зачем вы про меня так говорите? Вы даже не знаете, на что я способна. Это что еще такое? Ё-моё, все ж было хорошо. Кто это? В кого она превратилась? Это, дорогие мои, мама длинные ноги. И походу нам капец. Что за чертовщина здесь творится? Что у вас здесь за санаторий такой? Это что, шутка какая-то? Не смешно. Я хочу к маме. Может, это все нам только лишь снится? Ай, ты что делаешь? Ну, теперь мы знаем, что это точно не сон. Это что такое? Что со мной? Как так получилось? Да мы сами не в курсе. Ну что ж, шестая, поздравляю тебя. Теперь ты мама длинные ноги. Кто? А я хочу вернуться, я хочу обратно стать собой. Ну то есть шестой. Это, наверное, действие того метеорита, который пролетел. Мы что, с ума сходим? Ну ладно, так уж и быть, помогу это все исправить. Но как? Фух, наконец-то я. А как ты это сделала? Что ж, придется вам все рассказать. На самом деле вы необычные дети, и никакого метеорита не было. Это как? Каждый из вас это уникальная единица этой вселенной. Чего, даже я? Даже ты, шестая. Но однажды вы своими действиями чуть не разрушили вселенную, и поэтому мне дали приказ сделать вас обычными детьми. Все шло хорошо, пока я моей миссии не начал мешать внезапно появившийся древний демон. И поэтому я прилетела из будущего сюда. А шестая превратилась в эту маму длинные ноги, потому что она умеет превращаться в аномалии, особенно когда злится. Прости нас, шестая, мы не хотели тебя обижать. Да ладно, проехали. Да что за бред, что ты несешь? Вы что, верите этой физручке, блин? А у вас нет других вариантов. Прямо сейчас я верну вам память. Ты? Че, только заметили, да? Что ты здесь делаешь? Миссию выполняю. Капец, а нам опять стирали память. Ну зачем? Мне показалось, что это единственное решение проблемы. Но ваша магия пробивается, даже если памяти у вас нет. Поэтому стирать ее бессмысленно. Логично. А раньше нельзя было этого понять? Я бы и сейчас могла ее не возвращать, но есть одна проблемка. Начинается. В этой школе появился призрак. Чего? Призрак? Да кто в это верит вообще? Страшилки для детей. Да, реально, Ксю, не неси бред. Ты же уже не маленькая девочка, да и к тому же сама знаешь, что призраков не существует. Зря вы не верите. И не поверим, даже не пытайся нас разыграть. Ну как знаете, тогда идите в кабинет, я вас догоню. Вы верите в призраков? Нет. А ты? Тоже нет. Придумаешь, что еще призраки. А вот Ксю, походу, верит. Это очень странно, на нее вообще не похоже. Ну, зачем она осталась в спортзале? Ну, сказала, что догонит, надо подождать, наверное. Ой, да сейчас стопудово накинет на себя простыню и будет нас пугать. Да, как будто она призрак. Зря они мне не поверили. Одной мне с ним не справиться. Это слишком опасное существо. Ой, телефон звонит. Неизвестный номер какой-то. Алло, это кто? Алло, кто это? Что за шутки? Ну ладно. Кто звонил? Понятия не имею. Может быть, номером ошиблись. Что это еще такое? Обычно после такого ничего хорошего не происходит. Кто?
кто это сделал и зачем? Ой, да это 100% Ксю. Я же говорил, будет нас пугать. Игра началась! Что еще за игра? И чей это был голос? Походу, это опять проделки распорядителя. Или как там его еще? Шефа ФСБ. Кстати, вот я сейчас думаю, что Ксю была права. Ведь у этой школы есть легенда. Тебе не кажется, что сейчас не самое лучшее время для рассказывания легенд? Да послушайте меня, это очень важно. Гласят легенды, что в этой школе, еще, наверное, когда Дуревичи Вобла были маленькими, обитал призрак. Начинается еще одна со своими призраками. Этот призрак похищал детей. Этим призраком стала обычная девочка, которую все дразнили и обижали. Она всегда плакала, когда ходила по коридорам, потому что у нее не было друзей. Однажды девочка трагически погибла и навсегда осталась в стенах этой школы. Ой, мне что-то как-то не по себе. Ой, да ладно вам, это же просто легенда. Вы это слышали? Да. Мне кажется, пора валить. Полностью согласна. Да что же это такое? Мы что, проклятый класс, что ли? Ребят, похоже, я начинаю верить, что призраки существуют. Так, значит, мы заперты. Нам надо найти что-то, что поможет нам выйти. Давайте поищем, чем можем разбить стекло. Ксю, это ты? Что это за шутки такие? Ты нас слышишь? Что здесь происходит? Что ты там про призрака говорила? Ксю, ау, ты тут вообще? Походу, это подсказка. Надо идти за ней. Можешь даже не пытаться. Сейчас они придут, и их история закончится. Наконец-то я ждал этого столько лет. Ты уже не спасешь своих друзей. Они тебя не послушали и попали в мою ловушку. Теперь они никогда из нее не выберутся. Ты была хорошим другом, постоянно спасала этот 7-й Б, вытянула их из петли времени. И чем же они тебя отплатили? Неплохая получилась игра. 7-й Б в вечной ловушке. Темные маги не помешают, потому что они в Авалоне, а твое тело я оставлю как трофей. Как только они сюда придут, твоя жизнь оборвется. Походу, нам надо в кабинет.